Добрый день, дорогие друзья, Хари Кришна. Хотела сегодня поделиться тем, как я пришла в сознание Кришны. Захотелось поделиться тем, как стать счастливой и как это произошло со мной. Начиная, наверное, для того, чтобы стало понятно, я должна рассказать немножко предысторию, что начиная примерно с 6 лет я начала искать Бога, может быть, раньше, может, с 5. Я постоянно спрашивала своих родителей, где Бог живет, как его зовут, как он выглядит, о том, какие у нас отношения. Просила даже родителей покрестить меня, но они думали, что это какие-то, может быть, или глупости, или на что не стоит обращать внимание, про то, что я это забуду, и это не важно. И в итоге я не получала никаких ответов на свои вопросы, а вопросы меня постоянно мучили, особенно о том, кто я и какой смысл жизни. Это было с самого детства. И когда в подростковом возрасте я просто забыла про все это на долгое время. Но когда начались страдания в материальном мире, примерно с 21 года начала искать какую-то литературу, ответы на свои вопросы. И какие-то посещать тренинги, семинары. Но все было не то. Я бесконечно перебирала. Я никак не могла понять, какой смысл жизни. И было настолько полное разочарование во всем, хотя на тот момент у меня там был бизнес, были деньги, был муж, сын, с родителями все хорошо, с друзьями, но я полностью ощущала себя несчастливым человеком, и внутри было ощущение полного одиночества. И однажды, когда я разговаривала с инструктором по йоге, он сказал, что вы можете посмотреть видео читания Чандрачарана Прабху. Но на тот момент я с трудом могла запомнить это имя. И потом он мне сказал, что можете найти Александр Хакимов. И когда я это хорошо помню до сих пор этот день, когда я набрала в YouTube Александр Хакимов, и я услышала первое видео, я просто не могла остановить свои слезы, я просто плакала и плакала целый день, не могла успокоиться. И плакала от того, что наконец-то я нашла ответы на свои вопросы, то есть все, что меня мучило с самого детства. Я когда это слушала, у меня было невероятное счастье изнутри меня переполняло. То есть когда ты чувствуешь, что ты что-то очень долго-долго искал, и наконец-то ты это нашел, это необъяснимое чувство. Всем желаю это испытать, потому что на самом деле этот материальный мир, он не создан здесь для счастья. Здесь счастьем считается только отсутствие страданий. И если мы не соприкасаемся с Богом, то просто мы обречены здесь на постоянные страдания, и никакого смысла здесь нет. И когда я стала смотреть все остальные видео, я поняла, что все откликается в моем сердце. Я целый день листала все видео его в YouTube, и я пересмотрела очень-очень много всего. И в том числе я помню, что там был первый киртан, который я слушала, то есть и который даже я пела впервые, подпевала вместе с ноутбуком, пела вдвоем. И я помню такое ощущение счастья за меня захлестнуло. Мне захотелось об этом побольше узнать. Затем я пошла, нашла у нас храм в нашем городе и пришла первый раз, познакомилась с преданными. И после этого моя жизнь очень круто начала меняться, потому что когда ты понимаешь, куда идти, все встает на свои места. То есть ты уже не распаляешься на разные вещи, перестаешь уже посещать бесконечное количество семинаров, потому что главный ответ, он в нашем сердце, он наконец-то приходит, и он отзывается. И я очень благодарна всем тем людям, кто помог мне на этом пути. И благодарна Александру Хакимову, чье духовное имя Чайтанья Чандрачаран Прабху, за то, что они помогают
помогают людям обрести себя. То есть эти ответы, они на самом деле внутри нас. Просто происходит какой-то толчок, и мы начинаем слышать эти ответы. А мы их можем начать слышать только тогда, когда мы соприкоснемся с теми, кто уже обладает этим счастьем внутри, обладает этим знанием. И кто уже, так скажем, проснулся, потому что мы можем бесконечно рождаться в этом мире, бесконечно заниматься всякими материальными делами, но быть несчастными внутри. И теперь моя жизнь полна смысла, и я нахожусь в самом прекрасном месте в этом мире. Это Вриндаван. И я очень рада записать это видео именно здесь, потому что здесь наибольший концентрат духовной энергии. И сейчас также тепло в моем сердце, и я ощущаю счастьем. И я очень хочу, чтобы все люди соприкоснулись с этой духовной энергией, и чтобы все были счастливы и обрели Господа. Причем в любой традиции, которая вам ближе к вашему сердцу. Главное искать людей, кто по-настоящему счастлив, кто обладает настоящим духовным знанием, для кого это не коммерция, а для тех людей, кто по-настоящему искренен и кто заботится о других и чья цель жизни по-настоящему сделать счастливыми других. Хари Кришна, все будьте счастливы. И желаю вам духовного процветания.